Команда Дагестана завоевала 11 наград различного достоинства на Кубке президента Союза тхэквондо России среди юниоров и юношей. Всероссийские соревнования прошли в Черкесске. В активе наших спортсменов 3 золотые медали, 3 серебряные и 8 бронзовых. В общекомандном зачете дагестанская сборная заняла 2-е место. В своих весовых категориях первенствовали Джаврия Талиева, Мавлуд Мустафаев и Азиз Гусейнов. В шаге от высшей ступени пьедестала почета остались Амина Багадзиева, Хапсат Магомедова и Курбан Разаков.